Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на выставке Интерфуд-2018. Здесь представлена наша организация ООО «Приморская пекарня» в лице Выборгского потребительского общества. Мы производим натуральный хлеб на закваске без разрыхлителей, антиокислителей, красителей и прочих вредных компонентов. Также мы производим белые сорта хлеба, батон нарезной, плетенка невская, батон с изюмом, белый пшеничный. Мы используем только лучшую муку от хлебокомбината имени Кирова. Производство у нас черного хлеба занимает от 6 до 12 часов. Это достаточно сложный технический трудоемкий процесс, поэтому конкуренты не могут произвести такой качественный хлеб, отвечающий ГОСТу 26983-2015. На данный момент мы сотрудничаем с такими компаниями, как «Газпром питание», «Новатек», «Питон», детские сады, школы, оздоровительные лагеря. 180 точек реализации в Выборгском районе Ленинградской области. На данный момент планируем провести экспансию в город Санкт-Петербург. Всегда открыты к сотрудничеству, готовы будем поработать и рады будем поработать и накормить людей хорошим, настоящим, вкусным хлебом.